птички. Мне тут одна креветка в комментариях сказала, что девушки должны есть как птички, а не как свинюки. Так вот, во-первых, я птичка-птеродактиль, окей? А во-вторых, когда мой парень видел, как я ем, он просто дышит, понял, что я любовь всей его жизни. Замуж, конечно, не позвал, но мы уже близки к этой цели. Я вот вам хочу сказать, что, во-первых, не вашего ума, блядь, дело маленького, да, птичьи. Во-первых, у птичек маленькие мозги, ну, видимо, как у вас. Какое вам дело, сколько я ем? Я ем, пока я не насытюсь, да? Я насытилась, я не ем. И вообще, хватит говорить, что люди едят как свиньи. Зачем вы свиней обижаете? И вообще, я вас слала нахуй уже, идите нахуй. Всем привет. Пока она там что-то клокотала с закадровым голосом, я смотрела, как она ест, я тоже проголодалась. Вот. Но тем не менее, знаете, я не люблю вообще видео, где едят на камеру. Мне кажется, это пошло, это стрёмно, ничего приятного в этом нет. И... Ну, я понимаю, одно дело вот эти вот мукабанги, да, где люди как-то еще за это деньги получают, у них выхода другого нет, кроме как жрать на камеру. Но когда это делается вот просто для какого-то хайпа, такое себе.